Вот это наиболее известная кора, как это называют, речевка в Италии, посвященная Андрею Шевченко. И вот и жалко сейчас режиссер не... Вот сейчас ее можно послушать, а потом попросим Андрея перевести. И вот они, вот эти баннеры. Режиссер все-таки понимает в футболе и понимает, что сегодня... А вот и Андрей Шевченко. Это великолепно. Это и аплодисменты взаимные со стороны Шевченко и со стороны Курвы Суд. И со стороны Курвы Норд. Сейчас практически момент, мне кажется, лучший в сезоне для Андрея Шевченко.